Я не дипломат, и поэтому я себе иногда позволяю приводить примеры. Представьте себе, что в вашу квартиру с утра неожиданно для вас зашли люди, которых вы не знаете, которые для вас выглядят очень тревожно, у которых есть оружие, они вас не трогают, они с вами говорят вежливо, они пользуются вашим туалетом, ванной, но при этом они с вами крайне любезны, и потом они говорят, а давайте мы будем жить вот таким образом. Я хотел бы спросить, было бы лучше, если бы они с вами обговорили, как вы будете вместе с ними жить до того, как они к вам вломились в квартиру, или после того, как они зашли в вашу квартиру. Извините меня, пожалуйста, это ответ на ваш вопрос.